города, для наших городов и нашей области. И мы готовы начинать финал! Ну вот, вы готовы? Все, поехали. 3, 2, 1. Итак, вы видите, что финальный заезд у нас усложняется еще немножечко, но таким дополнительным эффектом это ты. Это самые сильные пилоты наших соревнований, будут самые сильные пилоты Самарской области, поэтому для них это не проблема. Мы видим, что Олег Дубрев преодолевает уже 2 круга и отправится на финальный круг именно этой гонки. Это финал! Победа! Олег Дубрин одерживает первую победу в финальной гонке! Итак, ну что, 1-0. Ну что, 1-0. 1-0 в финальной гонке у нас повел Олег Дудрин, пилот из Тольятти. И мы продолжаем нашу финальную схватку. Спортсмены, приготовиться. Итак, пилоты готовы? Есть готовность. Вопрос на счет. Старт, 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 старт второго заезда финала на Кубке Самарской области патрон рейтингу от Аржина Алпаки. Напоминаю, что у нас в финале встречаются спортсмены из Тольятти Олег Дубрин и спортсмены из Самары Виталий Политов. Смотрим, видим, что Олег Дубрин сейчас лидирует на втором заезде, уже завершил 1 круг, результаты 24 секунды. И Виталий Политов на данный момент отстает. 2 круга преодолевает Олег. И, по-моему, уверенно идет к своей победе. Друзья, давайте встречать! Это было круто, друзья! Это было очень интересно! Спасибо, Арсена Афанин! Спасибо, Федерация Дроу-Рейсинга! И спасибо вот этому человеку, с которым я точно хочу сфотографироваться! Это настоящий герой! Одной левой, в прямом смысле этого слова, одерживает победу уже не на первом турнире и становится чемпионом!